Праздник мощи, культуры и силы под 15 видом спорта прошел в этот раз не в райцентре, а в селе Майском. 170 спортсменов из всех сельских округов собрала 30-я юбилейная спартакиада Тарановского района. В прошлом году, в 2017 году, спартакиад Тарановский сельский округ передал спартакиаду Майскому сельский округ. Сегодня вот у нас прошло открытие. Вы сами видели, на хорошем уровне. Спортсмены жаждут бескомпромиссной борьбы. Перед началом соревнований слова напутствия спортсменам сказал глава района. Уважаемые тарановцы, желаю всем участникам соревнований крепкого здоровья, спортивного азарта, радости и прекрасного настроения, удачи и новых достижений. Пусть победит сильнейший. За трудовые заслуги, организаторскую работу и спортивные достижения Куандык Испергенов наградил благодарственными письмами 16 представителей района. После торжественной церемонии зажжения огня Тынцелины 2018 первыми открыли турнир «Мастера татами». За победу и путевку на областную спартакиаду боролись как опытные спортсмены, так и начинающие. Одна из них – Ахтаты Еркасым. Говорит, что сама не знает почему, но ей полюбилось именно дзюдо. И хотя занимается она всего 2 года, но уже может похвастаться участием не только в областных, но и республиканских соревнованиях. Я пошла сама, и я люблю своего тренера, я всех люблю, и у меня достижений много, довольно. Я уже кандидата мастера спорта. На всех площадках спортсмены демонстрировали волю к победе. Футболисты азартно атаковали ворота соперников, а на беговой дорожке легкоатлеты боролись за каждый сантиметр, каждую секунду, чтобы вырваться вперед. Спортом я занимаюсь уже давно. И это основная задача моей жизни. Отдаю себя полностью спорту. По итогам соревнований будет сформирована сборная района для участия в областной спартакиаде, которая пройдет в августе в Лисаковске. Она обещает стать яркой и зрелищной как для самих спортсменов, так и для болельщиков. Победителем же 30-го юбилейного районного турнира стала сборная Тарановского сельского округа. На втором месте закрепилась команда хозяев Майского округа. Замкнули тройку сильнейших – тобольчане. Елена Щегельская, РТН, Тарановский район, при содействии телекомпании «Акцент».